Представьте ситуацию. Обычный весенний день, обычная прогулка. Никто из нас не думает, что именно она может стать последней. Мы лишились кормилицы. Гром этот может грянуть в любой момент. От падающих деревьев все чаще страдают и взрослые, и дети. Не в лесу где-то дерево упало, а в городе, на детской площадке. Мама Света ползала на коленочках вокруг сына своего. В несчастном случае можно винить судьбу, но стоит тех, чья работа вырубать опасность хвостой. На город сегодня работает всего 7 единиц техники. Нужно пилить деревья, а не бюджет.